Всем привет! Вы на канале Пизди Кати Квин. И сегодня мы будем открывать новых героев. Новых героев для наших подружек Enchantimals. Закрыла глаза? Не подсматривай только, ладно? И мы сейчас сделаем распаковку новых героев Enchantimals с большими зверюшками. Та-дам! Та-дам! Катя, ты давно хотела их распаковать? С какой начнем? Я хочу начать с вот этой вот. С жирафика, да? Вот он такой у нас жирафик большой. Девочка с ним. Коленочки сгибаются. Это вот такая серия куколок, у которых ножки сгибаются. Они со большими зверюшками. Как их зовут, Катюш, ты знаешь? Я не знаю. Не знаешь? Не помню. Сейчас посмотрим мы с тобой. Я не сделала разбираться, как их зовут всех. Момент самый интересный. Скорей, ей не терпится вырваться. Девочка-жираф такая красивая, да? С большими длинными волосами оранжевыми. Катя, помнишь, жираф, мы ходили с тобой в зоопарк? И там такие красивые жирафы с длинной-длинной шеей. Помню. Ура! Наша куколка свободна! Но не до конца. Не до конца, сейчас Катя ее высвободит всю. Скорее помогай, Катюш. Жираф у нас свободный. Ура! Что-то там отлетело. Короны. Корона отлетела? Ух уж эти короны нам. Потому что вот это вот. Нет, давай. Ничего страшного. Дай. На, пожалуйста, тебе. Я хотела спрятать корону. А здесь яблочки изображены. Яблочки. Интересно, а по-настоящему жирафы едят яблочки? Да, кстати, едят. Хороший вопрос. Едят, да, Катюш? Да. Все ты знаешь. Так, я не помню, как там. А, поняла, как бывает. Вот так. Одела. Готово. Теперь скорее девочку освобождай. Вот такой у нас жирафик. Чудесный. У него такой чубчик. Корона. Хвостик. Вот такой замечательный жираф. Он пошел к нашим друзьям знакомиться, да? Пойдет знакомиться сейчас со слоником. Теперь освобождаем девочку. Или нет? А, это такая штучка, чтобы держаться, да? Садиться на жирафа и держаться. И последняя. И теперь девочку давай скорее освобождай нам. Вот такая штучка. Специальная такая держать, чтобы можно было садиться куколке на жирафа и держаться, да? Так же, как это сделано у нас, как вот сделано здесь вот, на слонике. Вот девочка садится на слоник, вставляет ручку, специальный держатель. И теперь может кататься на слоне, на своем большом таком друге. Как же они упаковывают хорошо, да? Качественно упаковывают, качественные на игрушки. На совесть. Да, на совесть. Качественные игрушки на совесть упакованные. Она такая красивая! Красивая? Покажи нам, пожалуйста, куколку. Вот такая девочка, жираф. Очень красивые длинные рыжие волосы у нее. Такие вот у нее ботиночки. Очень красивые ботиночки. Коленочки сгибаются. Очень такая красивая девочка. Красивая юбочка, ручки. И корона у нее тоже, да, Катюш? Сейчас я хочу ее посадить. Давай, посади. Вот смотрите, получается, вот здесь нужно ручку. Ручку нужно вот так раз и вот сюда вот вставить. Вот. А теперь сади, Катюш, и вторую ручку вставляй, она будет хорошо держаться. Ну вот, нашу девочку зовут Джиллиан.
села она на своего питомца большого жирафа, и они сейчас присоединяются к слонику. Упала. Пожалуйста, не падай, наша хорошая девочка. Вот. Сейчас вы все вместе поедете. А в это время мы будем сейчас открывать вот такой вот жирафа. Зебру! Теперь девочка зебра. Зебра и ее питомец. Открывай, Катюш. Привет! Всем привет! Я в телевизоре. Катя в телевизоре. В телевизоре под именем Enchantimals. Вот так и соберем всю коллекцию Enchantimals. Да, Катюш? А слоненка подарила тебе бабушка, да, на Новый год? Прислала подарок. Подарилась. Давай. Вот такой красивый поводочек с цветочками. Мягенькие они такие. Здесь вставляются ручки. Так, у нас кто готов уже? Наш жирафик готов. Зелена, зебра и хуфет. Запомнишь, Кать, такое название? Нет. Ребята, познакомьтесь, это куколка Enchantimals. Зелена, зебра и хуфет. Вот здесь такой получается пазик. Красивое украшение с цветочками. У нее такие нежные волосы. Вот такая красивая зебра. Хуфет, да? Очень красивый питомец. Красивые глазки. Как красиво разрисовано, да, Катюш? Ну что, девочку высвободила нам? Ну, подожди. Ну, хорошо, ну, давай, давай. Сложный процесс. Сложный процесс. Вот так крепко-накрепко и юбочка пристегнута. И каждая ножка, и волосы все зацеплены. Чтоб прическа не растрепалась, да? Ну что, свободно? Наша зебра свободна. Давай, мама встанет одну ручку. У нее красивое украшение, такое же, как у питомца. На голове ободочек с цветочками. Мам, вот так украшение. Хорошо. А, я неправильное вот украшение. Так. Дай посмотрю, покажу. Смотри. Я неправильно украшение. Вот так украшение должно быть. За ушко держаться. Мама неправильно сделала. Украшение вот так держится. И куколка, вот а она. А ты заметила, что там вот есть хвостик? Да, прическа вот такая, хвостик у нее. Волосы, как у зебры, раскрашены в черные и белые цвета полосочками. Красивый ободочек одет, юбочка. И вот такие туфельки тоже красивые, синие туфли. Ботиночки даже такие. Ботиночки синенькие, ножки сгибаются. Вот таким образом вставляется ручка, поводочек. Давай посадим. Вот усаживает Катя куколку на зебру верхом. И сейчас они все поедут гулять на улицу по Африке или по нашему лесу зеленому, да, Катюш? Ну вот девочка наша на зебре. Верхом она уже сидит. Присоединяется к нашим подружка, да, Катюш? Угу. Балансировать надо, немножко падает. Да. Головы смотрю удачи. Наши девочки, Зелена, зебра и хуфет вместе со своими друзьями и еще одной девочкой Джиллиан, жираф и Паул. И вместе со слоником все они отправляются путешествовать. Да! Путешествовать в Катину комнату, знакомиться с другими своими игрушками. Тебе понравились куколки? Ну вот, твоя коллекция пополняется. Ну что, будем еще потом искать, да? Каких у нас не хватает? Много еще каких не хватает. Да, есть еще. Еще олененка не хватает большого. Большого олененка. Я только маленький. Большие, маленькие, большие, маленькие. Всем нравится играть с куклами и большим, и маленьким. Да.
Носик малюсенький. Надеюсь, вам понравилась наша распаковочка? Понравилась. Понравилась? Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал и жмите на колокольчик. Всем пока! Вы были на канале Фритика Тиквин! Пока-пока!